Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина встретилась с коллективом и учащимися Голицынского медколледжа, пожелала им успешного учебного года. Также парламентарий рассказал о будущем медикам, о развитии системы здравоохранения Одинцовского округа и Московской области. В 2022 году в поликлинике и больнице муниципалитета поступило 348 единиц нового оборудования. Это аппараты УЗИ, видеобронхоскопы, 12-канальные электрокардиографы, техника для физиотерапии и реабилитации.